Да, алло. Сестричка, а ты как сегодня одета? Нормально. Ну, в смысле, в чем ты в офис пойдешь? Я еще не решила. Ты же пришлешь мне селфи? Да, конечно. Только не жди, что я буду выряжаться как кукла. Придется, иначе никто не поверит, что ты это я. Я же на работу опоздаю, если буду переодеваться. Я всегда опаздываю на работу, они уже привыкли. Давай, жду. Пока. Пойдем? Пойдем. Вот. Вот прекрасное платье. Нет, 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 это никуда не годится. Возьми вот эту красную блузку. Вика, ты прекрасно знаешь, как я отношусь к красному. Я его ненавижу. А я люблю, и в офисе об этом все знают. Так, стоп, подожди, еще вот эту юбку-карандаш возьми. Знаешь что, дорогая, ты мне льстишь, я в нее не влезу. Выбирай. Либо ты одеваешь красное, либо мини-юбку. Ой, и ботфорты не забудь. Нет, пожалуйста, только не ботфорт. Вот теперь более-менее годится. Угу. Более-менее, да? Ты сказала более-менее? Это ужас. Как я людям покажусь в таком виде? Послушай меня, если ты хочешь, чтобы твою сестру уволили, отдали на растерзание коллекторам, лишили квартиры и машины, пожалуйста. Раздевайся. Ты умеешь убеждать. Спасибо. Привет, Викуся. Доброе утро, Стас. Отлично выглядишь. Толя, бороду сбрил, да? Да, месяц назад. Ты не заметила? Ну, лучше поздно, чем никогда, правда? Ладно, я... Можно? Да. Хорошего дня. И тебе. Что это было? Марина Сергеевна, здрасте. Здрасте, Павел Андреевич. Здрасте. Ну как, тебя попустило? Вы по поводу чего? По поводу отпуска. Да, ну да. Что-то ты как-то странно выглядишь. Я исправлюсь. В смысле? Во всех смыслах. Так, у тебя действительно какие-то проблемы? Да нет, все отлично. Ну ладно, иди работай. Привет. Так. Это... Да? А ты чего такая довольная? Я? Погода хорошая. А, погоду? Похоже, с Сержем все срослось? А? С каким Сержем? Вик, ты чего? Перебрала вчера? Я? Нет! Просто не выспалась. Легла под утро. А, так вы уже переспали? Кто? Ну ты даешь. Кто? Нет, нет, не спали.
Я сейчас. Ты куда? Кофе попью. Кофе? А я смотрю, кто-то соскучился по очень мерзкому пойлу. Тимофей. Привет. Привет. У меня ничего не получается. Помочь? Ты забыла, что он по-хорошему не умеет. Спасибо. Пожалуйста. Для тебя мне никогда ничего не жалко. Особенно, когда ты в моей любимой юбке. Ты что, с ума сошла? Ты чего это? Руки распустил. Вик, после того, что между нами было... А что между нами было? Вика! Вика! К тебе клиент пришел, просил позвать. Клиент? Иду. Вик... Вика! Вик, ты кофе забыла! Ты куда? В переговорке. Переговорка, ага. Вика! Точно, конечно. Вы обещали трехкратное увеличение продаж. Да, обещала. Виктория, вы что, издеваетесь? Мне что, нужно было на диктофон фиксировать все наши встречи? Нет, я... Вы говорили, что компания будет сверхэффективной, что наши конкуренты просто локти себе будут кусать от зависти. А в результате что? Что? Мне отбили деньги, затраченные на рекламу. Вы понимаете, что я в суд на вас подам? Давайте, давайте с вами спокойно, спокойно во всем разберемся. Можно взглянуть на договор и на план рекламной кампании? А у вас что, своих экземпляров нет? Конечно же есть, только не хочу тратить ваше время. Учтите, это копии. Вам не удастся уничтожить оригиналы. Даже не собиралась. Да, я вижу, что компания была разработана без учета специфики вашей фирмы. Я попробую исправить. И не надейтесь...